Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Train Station Renovation. Итак, мы с вами в прошлой серии отреставрировали станцию дедушки. И у нас там еще есть 4 очка. Мы с вами прокачали один инструмент. Теперь у нас вместо губки идет такая швабра-мойка, да? Здесь теперь вместо... Это что? Это покраска. Нет, покраска меня не интересует. Здесь... Какой-то пылесос на большую область, но у меня столько не хватает. У нас уже только 4 очка. Здесь что получается? Ну, это, скорее всего, перезагрузка. Здесь радиус больше, а здесь... скорее всего, наверное, дольше по времени все это дело обозначается. Я думаю, пока будем копить, скорее всего, будем копить мы с вами на пылесос. Потому что это швабру убирать то себе удовольствие. Ну и плюс мы еще с вами, получается, какой-то получили с вами поезд. Давайте посмотрим, сможем ли с вами его поставить. Так. Что значит сбросить скорость? Ага. Построить. Современный поезд. Его надо куда-то притащить? Создать. И ускорить. Как-то, если честно, какой-то странный. Ну да, то есть что-то как-то пошло не так. Сбросить. Да, какой-то странный поезд, серьезно. Так, это еще камера поезда есть. Камера игрока. Ладно, в общем, какой-то странный поезд. Могу я это дело удалить как-нибудь? Спасибо. Так, ну пока выход. Так, вот, по-моему, шкафа тут не было. Что-то здесь меняется. Ладненько, поехали. Поехали дальше. Следующим с вами тут стоит задача. Это уровень приморский. Сосед владельца завидует, что его выбрали наблюдать за станцией и разрушил ее. Он разбросал мусор по станции, разбил окна и повредил трубы, что привело к затоплению подвала. На стенах появляются дурацкие граффити, которые сосед в порыве нервов намалевал кое-как. Так, инструменты. В принципе, все это у меня есть. Ну и поехали. Так, нам нужно с вами установить насос. Давайте сразу его возьмем. Ох, какая тачка. Мне по такую, да? Правда, без номеров какая-то. Ну да ладно. В общем, нам нужен насос. Мы его взяли. Теперь нам нужно пойти в какой-то подвал. А где здесь подвал? Это все станция. А куда вот его установить, интересно мне знать. Установите насос. Давайте пока зайдем сюда. А, вот куда. Нафига сюда? Не знаю, ладно. Он же, получается, не погружной насос, что ли, так? Ага. Подключите трубы к насосу. А трубы там нигде взять-то? В машине? Да. Ладно, пока по одному. Трубы к насосу. Откройте все блокирующие двери. Откройте все блокирующие двери. А, ага. Типа туда забросили для откачки. И теперь надо куда-то сюда, да, получается? Куда? Вот будем выливать просто. Так сказать, поливать.
Ну, наверное, а куда еще его девать? Пока первым делом выполняем такие задания. Да. Ага, там есть канализация. Хорошо. Включите насос. Качает. Не особо вижу, чтобы что-то откачивало. А, не, откачивает, откачивает. Хорошо. Так, пусть пока качает, откачивает, а мы... Давай, наверное, будем все здесь демонтировать. Во-первых, надо сейчас посмотреть. А, вокзал, да? У нас тут есть вокзал. У нас тут есть ванная. Целая ванная. Ну и как бы, в принципе, получается и все. Так, ну опять-таки, сначала первым делом тогда поставим... Наверное... Все, да? Снимите насос. Все, задание выполнено. Могу насос, в принципе, себе машину обратно поставить? А, отличненько. Так, покупаем опять-таки сейчас сразу... мусорные контейнеры, значит, купить. Давай тут будет смешанный стоять, а здесь для разборного, для раздельного мусора. Так, ну и начнем, наверное, все-таки пока с внутренней части, да? Значит, берем монтировочку. Раз, два, три, четыре. И понеслась, в принципе, да? Так, так. Отлично, демонтировали. Так. Хорошо. Дверь сразу. Опять-таки тут же демонтируем, чтобы все это было, да, у нас. Так, тебя тоже демонтировать. Тебя демонтировать. Так, еще куча лавок всяких. Так, хорошо. А, здесь по демонтажу вроде как все выполнили. Значит, пошли по мешкам. Это все у нас такой сборный мусор. Без продажи. Это, кстати, на продажу. Это у нас стекло. Отлично. 250 есть. Так, я тут застрял. Так, еще мешок. Еще мешок сюда. Ну, когда уже, в принципе, все знаешь... то работать намного быстрее. Ну, то есть мы начинаем пока с одной стороны. Ну, то есть чистим одну часть. Потом пойдем дальше, вокруг. Так, это поднять. Это поднять. Это поднять. Это поднять батарею опять-таки. Ой, стопэ. Застряла. Застряла батарейка. Так, аккуратненько. О. Так, надеюсь, я тут не разбил дверь. Да не, вроде целиковая. Так, здесь вроде как все. Ага, осталось теперь почистить стены. Шваброй. Вот это я понимаю. И все. А мы бы сейчас этой губкой бы как работали бы по полгода, блин. О, отлично. Злой сосед какой, а? Ты смотри. Граффити понаставлял. Так, рыба остается? Рыба остается. Свет остается. Так, ну здесь вроде как я, в принципе, больше ничего не вижу такого. Вот в этом месте. В этом месте как все классно. Давай тогда разбираться здесь. Ага. Это у нас как раз мешок с пластиком. А, нет, это с картоном. Да, отлично. Так, здесь что у нас... А могу это как-то демонтировать? Ага. Нет, только может только поднять. Ага. Так, готово стекло.
Так, путь горит, наверное, свет, чтобы понимать, да? Я ж тебя убирал, вроде, товарищ. Так, стул тоже выкинуть все это. Здесь. Демонтировать, 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 демонтировать. Так, еще мешок целый готов. О, тут куча мешков, да? Так, ну вроде как все по демонтажу. Да, осталось только мешки еще повытаскивать. Так, вперед. Это у нас с вами стекло. Так, еще 250. Так, этот стул тоже заберем сейчас. Его, конечно, получается вот сюда. Ага. Так, ну процесс прям хорошо идет. Быстро. Быстро, это картон. Так, это картон. Кстати, тоже мешок валяется с картоном. Так, здесь вроде как все, да? Вроде как все. Так, это у нас смешанный всякий мусор. Его сюда. Стул, конечно, там неудачно встал, ну да ладно. И у нас, получается, есть еще два мешка со стеклом. Еще плюс, получается, 500 баксов. Тихо. Да что такое? Отлично. Так, повернуть как-нибудь, может, его. Отлично. Так, пока очищать не буду, да? Ага, это демонтаж. Давай смотреть сначала здесь, что у нас. Для покраски, для замены, для мытья. Большие отходы. Ну, площадь большую берет, к сожалению. Вот, что мне не нравится здесь в данный момент, это то, что если я нахожусь, допустим, в помещении, то сканер должен работать только на помещение. О, кстати говоря. Вот это я забыл. Вернее, не то, что я забыл, я его даже не заметил здесь. О. А, и у нас же здесь еще внизу есть всякая фигня. Так, демонтировать. Включить свет. Демонтировать. Открыть. Вот тут уже, я понимаю, грязные стены. Это уже, получается, на покраску, да, идет все. Да, это точно на покраску. Так, это офис еще какой-то. Ну, для начала, наверное, вытащим мешки все. Чтобы как бы тут уже больше ничего не было. Когда свет горит, так приятно. Не сюда. Не сюда. Так, вот это металл. Можно, конечно, получается, положить в металл. Да, 120, отлично засчитали. Все правильно. Так, мусор пока оставим здесь. Давай, наверное, красить сразу, да? Кисть. Так, один есть. Так, второй есть. Ну, кисть пока, в принципе, неплохо справляется. Нормально. Можно, конечно, потом ее прокачать. Чтобы она как бы больше площадь брала. Но пока особо затруднений в этом я не вижу. Всякая плесень.
Так, вроде все, да? Полы вроде чист. А, не, во, все. Тут еще целая гора, блин. Так, вот теперь точно вроде все. Окей, берем мешок. Вперед. Сейчас заодно сразу посмотрим. Так, положи пока. А, пусть горит. Пусть горит. Когда горит, тогда светло, приятно. Все здорово. Так, почти на 50% выполнили. Ничего себе. Давай сканировать. Для мытья осталось еще два, большие отходы два и мусор, который можно поднять. Но это, скорее всего, уже вокруг. Ну, давайте вокруг туда походим, посмотрим. Во-первых, у нас здесь есть это для стекла. Так, подожди, тут надо, получается, очищать. Не влезает уже. А что, не засчитали деньги мои? О, блин. Так, ладно, демонтируем. Демонтируем тебя. Ох, ну сколько всего. Так, это мешки. Это нести. Это тоже нести. Так, но я не хочу покупать. Это тоже все нести. Еще ни контейнера брать не хочу, я лучше побегаю. Это тоже нести. Так, ладно, получается все вручную. Ну, понеслись. Значит, пока пластик. Так, это какой-то всякий сборный хлам. А, кстати, давай тогда сейчас здесь сломаем все это дело, да? Ага, понятно. Так, это тоже все нести. Хорошо. Стул, говорю же, неудобно встал, блин, зараза. Ты, конечно, можешь, получается, топором все это дело разломать. Да, скорее всего, наверное, можно разломать топором. Да, точно. Так, тебя можно разломать? Можно. А тебя? Тебя нельзя. А тебя можно? Тебя тоже нельзя. Так, и вот тебя можно. Ага. Все, все остальное, получается, придется вручную таскать. Так, сами рельсы вроде в нормальном состоянии. Так, подожди, это же стекло. Это стекло. Что-то денег не дают. Это мне не нравится. Вроде положил куда надо, блин, а денег все равно не дают. Во, 250, да, или хотя бы. Еще 120, замечательно. О, еще 120, отлично. На 50 мы с вами выполнили. Награда разблокирована. А, это получается следующая станция у нас какая-то с вами будет. Какая-то непонятно кислотная. И еще что-то разблокировано. Это, видать, на нашу ЖД, которая в нашем... в нашей базе. Следующая награда 3000.
Так, ну вроде как все, да? Сейчас вокруг походим. Так, давай, наверное, тогда берем швабру. Так, одна есть. Ну, по крайней мере, так смотрю, у нашего соседа есть талант к искусству. Вот это рисовать умеет, если, конечно, это он рисовал. Если он внутри рисовал, то, конечно, да. Так себе. Так, ладно, вручную. Так, давай, наверное, топор. Вроде все. А, смотри, получается, надо тоже, получается, убирать. Да? Да, скорее всего. Все вот эти вот растения непонятные. Так, парковка, получается, что-то тут же моя, да? Так, и тут коробочка заныкалась. Так, ну окей. А, более-менее нормально, да? С этой стороны вроде как тоже все. Здесь что у нас? Ну, нагадил, конечно, он мощно. Так, опять-таки швабру берем. Не, ну русалка хороша. Русалка прям хороша. Вот прям жалко стирать. Так, все. Вроде бы все. Так, смогу? Не смогу. Вот это смогу, а вот это придется вручную таскать. О, там еще два мешка есть. Так, да, наверное, я очищу, потому что что-то как-то у нас уже слишком много здесь. Так, вот это я заберу. Вот это я сломаю. Так, стены вроде нормальные. Всякие только растения, да, у нас здесь есть. Так, мешок бери. Так, на 60% мы с вами выполнили. Плюс 3000. Хорошо. Следующая награда 4000. Да, такие прям мелкие мусоры, что прям не найдешь конкретно его. Тяжело такие мелкие искать. Как бы можно пробежать, особо не обращая на это внимания. А в итоге потом не засчитаю 100%. Так, ну давай смотреть, значит, по точкам. Эти точки у нас оказывают на то, что здесь нужно, получается, поставить. В этих местах. Опа! Здрасте, граффити. О. Так, ну сканируем тогда, получается. Ну, вроде тут ничего, чисто все. Опять-таки тоже чисто. Так, я вроде тебя убирал, нет? Ну-ка, давай. Два, а где-то до три. А, во. Так, ну вроде норма. Вроде норма, вроде как все везде уже пособирал. Мусора никакого здесь нет.
Для замены что-то есть. А, ну да. А, так тут много таких. Ладно, пошли по рельсам. Угу. Нормально. А, демонтировать вообще полностью с помощью ключа? Так, ну вроде все нормально. Да. Сканер надо как-то тоже прокачивать. Во-первых, радиус его, чтобы побольше брал, и чтобы быстрее перезаряжался, блин. Да, вроде как все. Вроде как бы все. Не, ну прям вроде как хорошо. Прям хорошо. Ничего прям даже нету. Да. Замечательно. Значит, теперь получается, мы все это дело с вами продаем. Так, сначала очистить, потом продать. Теперь очистить и продать. Так, ну что, давай переставить. Значит, по перрону что у нас? 12 скамей, 6 мусорок, 2 табло, 2 билетных автомата и 2 часов. Так, табло, табло. А часы куда надо поставить? Это, кстати, тоже получается перрон. Так, ладно, давай тогда покупать. Займем сначала табло, да? Так, это скамьи, стулья. Вот. Вот, давай таких два возьму. Раз, два. А, это не то. Вот. Один будет с этой стороны стоять. Один будет с этой стороны стоять. Во, табло есть, хорошо. Так, теперь двое часов. Не то сделал. Так, часы, часы, часы. Возьму вот эти вот большие. С противоположной стороны, да? Чтоб сразу, типа, могли посмотреть, какое сейчас реально время. Во. Так, теперь, значит, получается 6 мусорок. Так, урны вот эти-то нравятся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, ну, по-любому должна одна здесь стоять. Это же считается? Да, считается. Одна по-любому должна стоять здесь. Два. Три. Ну, пусть здесь будет 5. И здесь тогда получается 6. Отлично. Так, 2 билетных автомата. Давай посмотрим, что за билетный автомат, какие варианты у нас у меня здесь есть. Так, наверное, возьму вот эти вот 2. Так, а его можно лучше туда поставить. Смотри, возле вокзала прям. Так, один, допустим, здесь будет стоять. Один будет здесь стоять. Так, есть. Теперь скамейки и стулья.
Так, сколько-то надо, получается, 12 аж. Ну, давай я здесь возьму вот таких вот 6. Или даже 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 9, 10, 11, 12. Во. А, значит, на троечку. Одна здесь. Вторая здесь. Так, и третья будет здесь. О. А, у меня таких 4. А, у меня таких 4, блин. Ну тут не канает, как бы она тут смотреться не будет. Смотреться здесь не будет. Может, здесь станет? О, отличненько. Так, 4 есть. Теперь давай вот эти вот ставить. Раз. Так, два. Чтоб можно было пройти, да? Конечно, кривовато все ставить, но, блин, тут нет возможности центровать как-то. Да пофигу. Так, 9 поставили. Так, предстоящая награда, еще какой-то вагончик. Ну, хоть как-то примерно по центру. Так, и еще одна. Так, все. С пероном закончили. Отличненько. Теперь давай сюда. Или сначала здесь. Ванная. Элементы ванной комнаты 12, 4 мусорки, 2 раковины и 4 мебели. Угу. Так, раковины. А здесь только раковины, да? Элементы ванной комнаты. Так, а мебель, если брать, там есть какие-нибудь кабинки? Почтовые ящики какие-то есть. Странно, как бы для ванных комнат нет мебели. Так, ну давай таких два возьму. А, у меня, по-моему, остался как раз такой диспенсер для туалетной бумаги. Возьму тогда еще сушилки две. Два этих дозатора мыла. Так. А, раковины, получается, надо будет две взять. Две за 150. Так, давай пока ставить. Значит, две раковины. Ну, в принципе, здесь будет удобно, наверное, да? Здесь одна раковина. Здесь вторая раковина. Так, дальше, получается, дозаторы мыла. Это мне на четверочку они. Один здесь. Другой здесь. Дальше. На троечку это у меня что? Сушилка. Мне их две. Одна будет здесь висеть. Другая здесь. Так, теперь эти писсуары. Так, раз. Надо было еще один взять, да? Давай еще один возьму. Конечно, по-разному это, ну ладно. Ну да ладно. Так,
Ага. Ну, это, конечно, унитаз лучше ставить, но, блин, у меня кабинок, получается, нету. Как-то странно, да, что нет для ванных комнат. Для туалета те же самые кабинки. То есть, как бы я их ломаю, а нового не ставлю. Ну, ладно, беру тогда, получается, еще два унитаза. Ну, кабинок нет, я что, виноват, что ли? Я не виноват. Так, еще получается, можно взять один унитаз. Нет, не унитаз тогда берем. А еще для бумаги туалетной. Ну и может еще один писсуар какой-нибудь вот такой, да? Ну давай такой, ладно, пусть будет. Значит, тебя сюда. Ну, а тебя сюда. Так, 4 мусорки надо еще, получается. Так, давай смотреть. 4 мусорки. Так, ну будут такие две. И такие две. Значит. Одна сюда. Одна сюда. Так. Одна получается здесь. Вторая пусть здесь стоит. Так, и мебель. Чего я должен взять из мебели, я что-то даже не представляю. Ну, конкретно, что я должен взять из мебели? Мебель, главное. Какая мебель? Я не знаю, стеллажи что ли взять тогда получается? А что еще можно сюда взять? Мебели как таковой здесь особо-то и нет. Для туалета и ванной. Странно. Ну... Чем такое маленькое, чтобы особо много места не занимало? Ну давай, ладно, 4 стеллажа возьму. 2, 3, 4. Ну просто, что еще тут ставить-то? Я даже не знаю. Мебель какую-то. Засчитали. Так, все, с ванной тоже закончили. Здесь опять-таки много. Чего? Давай, наверное, спустимся вниз. Это у нас как офис получается здесь, да? Да. Скамьи, стулья, мусорник, мебель, внутренние декорации, электрооборудование. Аж целых 6 электрооборудований. Нафига тут столько много? Не знаю, давай тут какой-то, да, получается, что, стол поставим. Мебель. Но опять-таки, вот, скорее всего, какой-нибудь вот такой вот стол. Ну, допустим. Так, мусорку давай сюда поставим, такую корзинку. О, отлично. Теперь, значит, стулья. Так, это скамьи и стулья, скорее всего, да. Ну, давай такую возьмем, кресло. Хорошо. Так, теперь можно еще какую-нибудь мебель поставить типа тумбочки, где будет стоять кофемашина какая-нибудь, да?
Так, отлично. Так, из техники тогда получается... Давай, наверное, возьмем вот такую вот. О! Так, электро... А чё, не посчитали? А, у меня только одно электрооборудование, всё правильно. Я что-то думал, что у меня два их. А, дальше давай возьмем, наверное, еще вентилятор. Вот странно, что туда электрооборудование ставится, да, те же самые камеры. Возьму тогда тебя. Так, вентилятор. Вентилятор есть. Тебя сюда. Так, еще получается целых три электрооборудования, блин. Так, ну давай, наверное, возьмем еще какую-нибудь скамью. Но стульчики я не хочу. Так, подожди. Уберись награду, пожалуйста.
И с этой стороны будут стоять. Так, это три. И одни с этой стороны. Так, хорошо. И теперь получается по центру, значит. Раз. Так, где как бы так, чтобы они... Блин, как же неудобно вот это вот управление расстановкой. Они просто из этого могут стоять неровно. Ну, вроде попал. Так, раз. Ну, вроде два. Так, теперь с мусорками. Ну, мусорки опять-таки, сколько там получается, их четыре надо бы, да? Мусорки, конечно, будут такие. Раз, два, три, четыре. Конечно, здесь где-нибудь тут в углу. Тут. Сюда. Так, ну и пусть здесь стоит. Дальше. Один билетный автомат. Возьмем вот такого вот 400. Так, его, наверное, сюда поставим. Окей. Так, с внутренней миграцией попозже разберемся. Так, теперь два торговых автомата. Два вендинговых автомата. Так, ну давай один такой. Один такой, чтоб разные просто были. Так. Там окна нет никакого. Ну, поставь ты его куда-нибудь, ну. Спасибо. Так, один здесь есть. Так, и один... Наверное, сюда поставлю. Так, есть. Так, двое часов. Часы, 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 часы. Часы придется на стены, наверное, все-таки покупать. Вот такие вот. А тут так уже есть часы. Нафига еще одни часы? Ну давай, одни сюда. Одни с этой стороны. Так, ну и декорации. Я, опять-таки, возьму, наверное, пальмы эти, да и все, чтобы особо сильно не париться. Сколько там их там? 6 штук надо, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 6 штук. Опять-таки, поставим, скорее всего, по углам. Так. Ну, пусть здесь стоит еще. Так. Так, и еще один код поставить. Ну, пусть здесь это как бы закрывает немножечко, да? Так, ну все, на 100% выполнено. А почему тогда мне... А, все. Уровень завершен, замечательно. Ну, красота же. Красота. 5 звезд получили. Так, у нас с вами 9 звезд. По инструментам. Опять-таки, берем, наверное, все-таки пылесос. Так. Давай, наверное, остается 4 сделаем, чтобы он быстрее перезагружался. Вот. Ну и пока как бы все. Так, пока как бы все. Что у нас в итоге получилось там по дороге? А я могу только здесь, да, построить? Это вагоны могу построить. Здесь почему свет не горит?
А, это получается награды. Ты смотри. Это то, что мы у своего деда делали. Это у злого соседа. Понятно. Так, надо попробуем сюда собрать поезд. Так, современный. Раз. Два. Создать. Во! Так. Камера поезда. Так, мы прокатимся. Интересно. А куда ты поехал? Здесь нет рельсов. Здесь нет рельсов. Серьезно? Куда он поехал? Эй, паровоз. А, он съехал с... Он съехал. А, понятно. Это типа можно покататься. Я думал, он сам будет, блин, тут скорость снижать. А он, оказывается, не может. Ладно, в общем, у нас потом с вами будет получаться третье задание. И мы с ним разбираться уже будем в следующей серии. Так что, друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.